Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of fire. Всем здорово! Сегодня будем заводить электрику в дом по воздуху с помощью сипухи. Вот я приготовил тут 5 метров гофры. Зажим кабелюка зацепится вот за то кольцо, опустится вниз и в щиток войдет. А здесь на фасаде наверху прикручу сейчас крюк, который подготовил, купил. Вот тут были два больших отверстия, я просверлил шестеркой под кровельный саморез. Получается тудым, и там уже зайдет в распред коробку, вот в такую распред коробку. На один рейку повесил я 4 ЗНИхи на 16 квадратов, и здесь будет переход на медь. Потом еще здесь станет 5-я колодка на землю, и от нее пойдет ответвление на ОПС и уйдет в землю. Ну, это будет уже отдельная коробка, потому что там ОПС занимает 3 модуля. Как-то так. Сейчас что? Ну, наверное, сейчас закрепимся сюда, опустим сюда, подключаться не будем. И закрепимся там, и уже будем натягивать. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got is a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Так, все, вот я отбортовал. Здесь у меня заземление щитка. И еще вот этот вот провод я опустил. Сейчас я его здесь подключу. Повесил фотореле. Вот эти два прожектора повешу на фотореле. Здесь вот эту гофру через эту хрень просверлил ее, запустил. Как-то так. Сейчас подключаем фотореле. Там затягиваем, ставим там крюк и натягиваем уже кабелюку. Как-то так. Так, тут все зачпокнуто, затянуто. Тут тоже зачпокнуто, затянуто. Все сделал в одну каску. Сейчас полезу монтировать вот эту распредкоробку распаечную. И через ЗНИхи переходить на медь. В моем случае нюм. Сколько тут? 5 на 6 квадратов. И тоже в черной гофре. И по фасаду, вот здесь вот по углу, пойдет сюда. Здесь просверлю и зайду в помещение. И там у меня как раз стоит щиток. Перейду на ПВХ-шную гофру с помощью вот такой вот гильзы. Она одевается вверх. Как-то так. So no, I ain't ever coming down.
Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Сейчас одеваем нюм в гофру, опускаем и там соединяем. Всем здорово, новый день. Вчера дождь не дал поработать. Сегодня я уже вот замонтировал, начал прокладывать, крепить кабель. Я уже вот практически подошел. Тут, наверное, где-то одна клипса осталась. Надо бурить 32-м буром и переходить на ПВХ гофру через, ну, вот эту вот бобышку. Купил я еще кабель разных мастей на все про все. Так, и что получается? ОПС-ку я купил. А она у меня в эту коробку с динрейкой нихера не лезет, даже без динрейки. То есть сюда нужно пыль влагозащитную, короче, коробку другую на 4 полюса, потому что еще все-таки, наверное, отдельную ОПС-ку на 0 тоже я поставлю. Сейчас, короче, что? 32-й бур. Вот он у меня новенький из Петровича. Что-то 1500, по-моему, стоил. Сейчас будем им проходить, пожалуй, наверное, с этой стороны, сюда вот прямо в угол. Сейчас там по фасаду еще прикину, куда оно будет выстреливать. И будем макитой, где макита? Макитой вот этой. Сколько тут? 510 ватт, 550 оборотов. Кстати говоря, это японская макита, настоящая, ей уже херово гора лет. Служит верой и правдой, даже щетки ни разу не меняли. Погнали, короче, прикидывать и буриться. Tired of something real, but somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Thank you.
ПВХ. Для удобства сделаю вот сверху, просверлил ступенчатым сверлом сверху отверстие. Сейчас лишачок подрежем. И получается, сейчас подключим 25 амперку, потом реле напряжения, узоху и по пару однополюсных на две розетки. Как бы на первое время этого будет вполне достаточно. А там уже по ходу пьесы, по мере навешивания и разводки, все будем подключать так, как уже надо. Ну и при заземлении не нужно забывать. Джил 6 квадратов. Вот три фазы. Зашли. Зашли. L1, L2, L3 в реле напряжении. 0. 0. Бело-синий. Зашел на нулевую шину. От него 0 пошел на реле напряжения. И от него 0 пошел на УЗО. На основное. На основное четырехполюсное трехфазное реле 40, УЗО 40-амперное. Вот так, потом от реле напряжения L1, L2, L1 штрих, L2 штрих, L3 штрих пошли провода на УЗО. И теперь от УЗО запитаем 1-2 фаза на однополюсные 16-амперники. И закинем их на вот эти розетки. Ну и так, времянка. 0 возьмем, получается, после УЗО. Вот отсюда. Заземление пока я еще не сделал. Контур заземления нужно копать. Сейчас полторахой включаем эти две розетки и идем, получается, на уличный щиток. И там подключаемся к автомату. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows.
Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. И фазы с одной, со второй. Землю не ставлю. Ну, это временно. В принципе, вот это только как бы основное собрано. Вот это все временка. Идем к уличному щитку. Сейчас там нужно подключить сипуху. И поставить НШВИ на одну фазу, чтобы запитать двухполюсной автомат для освещения и для автоматики ворот. Так, вот у меня получается завод. Сейчас у меня сюда подключится вот эта вот сипуха. И я сломал голову, как мне одну фазу передернуть вот на этот автомат, чтобы запитать здесь автоматику ворот. Освещение, прожекторы тут будут с датчиками. Короче, все казалось намного проще. НШПхи. НШП-1613. Вот я ее сейчас. Они замечательно войдут. Две штуки в автомат. То есть я сейчас здесь на одной фазе обожму. На всех, по идее, надо. Но у меня сверху не обжато. Поэтому я как бы и не буду. На одной фазе обожму. Вот это я сделал. Вот это, вот этот провод пойдет на автомат. То есть на второй конец. Сейчас обжать. Залезу на фасад, вскрою коробку, покажу, что там получилось, и заодно проконтролирую ноль, каким я цветом сделал. Ну, я знаю, каким, синим, черно-синим, но так, на всякий случай, лезу, чтобы вам показать. Это выглядит вблизи. Вот, 5 ЗНИХ. Сипуха пришла. И ноль у меня получается, в нем уходит бело-синий, а здесь на сипухе это, блять, не видно. Синий-черный, синий-зеленый. Синий-желтый и вот это синий-красный. Ой, черно-желтый, черно-красный, черно-зеленый и черно-синий. Черно-синий это ноль. Он уходит на нюм, на бело-синий.
Вот это будет земля. Здесь станет на 4 модуля пылевлагозащитный корпус. Отсюда получается 3 фазы и 0 отойдет на ОПС. И земля подключится снизу на ОПС. И это вниз пойдет на землю. И вверх пойдет на молнии отвод и на заземление крыши. Ну, это я уже буду делать тогда, когда сварю и закопаю контур заземления. Ну, где-то здесь. Вот, значит, все тут я показал. Можно закрывать. Вот такая вот натяжечка получилась сипухи. Натянул, ну, в одну каску как смог, потому что когда сильно начинаешь его тянуть, лестница стремится туда. Как-то так. Ну, скажем так, маленечко его еще можно подтянуть, но не вижу в этом особого смысла. Он мне мешать не будет ничему. Поэтому хер бы с ним. И здесь вот так вот прикрутил я клипсы от фонаря, нивелиром не смотрел, потому что делал все по-светлому. Но визуально вроде бы как ровно. Лестница трехсекционочка выручает. Вот. Как-то так. Здесь под самый поднебесник. Здесь гильза и переход на ПВХ. Все, сейчас, собственно, подключаем и будем уже тестить, что у нас получается. Fading day by day, I'm reaching out for someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, there comes back to you. Whoa. Still falling, whoa, but it tastes bittersweet, whoa, I keep on falling, whoa, I like the taste of it, whoa. Так, все-таки ноль я засадил на вот эти вот НШПхи. Потому что они здесь болтом зажимаются. А в автомате там как бы оно довольно адекватно обжимается, поэтому там я не вижу смысла. Но единственное, ту фазу, которую я буду на двухполюсник забирать. Че, пойдем затестим. Все готово. Фаза есть, фаза есть, фаза есть. Реле напряжение включилось. Ехи. Что такое ехи? Выше установленного верхнего порога. На
этими настройками мы сейчас разберемся. Короче, увеличил я верхний предел напряжения до 250 вольт, и вылезла ошибка ERO, нарушение чередования фаз. Две фазы перекинул местами, и все, чики-дрики. Узоха работает, розетки подключил. Одна. Умная хрень. Первый раз такую юзаю. Так, надо еще нижний порог, наверное, выставить. Так, что тут надо нажать? Нижний порог где? Установка верхнего. Так. Уло. Уло 180, мало, 210, сет. Так, еще раз нижний порог напряжения. Так, и верхний. Верхний ухи. Ухи. 250. Сет. Все, как-то так. Ой, электрику в дом завели. Дальше разводка. Подключение. Все тут уже. Приехал, кстати, Ariston, 2,5 киловатта с электронным управлением, умный бойлер на 80 литров. Заказывал из нержавейки, но из нержавейки оказался только выставочный образец, поэтому пришлось взять эмалированный, он чуть дешевле, там на 1500. Отдельно, короче, будет видос про УПС-ку, подключение, заземление, молния, отвод, разводочка, тут вот это все дела. Ну, задачу выполнили, ввели. Тут такая, скажем так, ну, времяночка, но уже, как видите, все работает. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был На Все Руки Мастер. Всем добра, всем пока. Покедова. All of the noise turned into choirs of harmony.